когда мы счастливы, любим и принимаем себя в полной мере, для нас становится совершенно естественно дарить счастье и радость другим. С таким человеком хотят общаться, его любят и обожают. Кстати, состояние счастья и радости ускоряет исполнение всех наших желаний и притягивает к нам все хорошее. Скажите, что вы принимаете и любите себя таким, какой вы есть, что вы наполнены любовью. Что вы уже имеете любовь, что она уже есть у вас. Относитесь к себе с любовью и уважением, генерируйте себе свет любви, доверяйте себе, взращивайте ее в своем сердце. Творите добро, совершайте добрые поступки, излучайте свет. И помните всегда, что радость, любовь и счастье всегда с нами. Кстати, когда мы счастливы, излучаем любовь, добро и свет, мы повышаем уровень своей энергии.